В Малаховке работает компания, которая занимается производством и комплексными поставками насосного оборудования. Эта продукция необходима для работы объектов ЖКХ, а также применяется в нефтехимической промышленности. Предприятие, расположенное на территории МЭС, посетил глава округа Владимир Ужицкий. Эти насосы обеспечивают подачу холодной и горячей воды в жилые дома, социальные объекты и производственные здания. Без них невозможна работа канализационной системы. Продукцию из нержавеющей стали изготавливают здесь уже четверть века. Наше предприятие прошло путь от простого посредника по продаже промышленных насосов до реального производственного предприятия. Наша продукция в состоянии конкурировать как с ведущими российскими заводами, так и с ведущими европейскими заводами-изготовителями насосного оборудования. В 2020 году оборот компании составил 201 миллион рублей. Более 3000 насосов отправлено на 700 предприятий. Продукция поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья. Есть спрос на продукцию, они загружены, скажем, загружены заказами, что тоже очень важно. Предприятие в развитии, есть хорошая конструкторская группа, работает с целым рядом вузов, включая энергетический. Работают с разного рода предприятиями зарубежными. Мы будем помогать, способствовать. Я надеюсь, что у предприятия хорошее будущее. На предприятии работает 37 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. Компания планирует расширять свои площади. В поселке Островцы Раменского района уже строится еще одна производственная база. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.